Часть 85. Спортзал города Сноупойнт. Всем привет! С вами Brain First, и я вместе с вами прохожу игру Pokemon Platinum. Впереди нас ждет Сноупойнт Gym. Но кого мы видим в покецентре? Кто бы это мог быть? Ха-ха-ха, это же... Лидер Веллстоунского Сити. Тьфу, Веллстоунского Джима. Говорит, что Кендис очень сильная и предлагает мне использовать боевые типы покемонов против ледяных. Да, боевые типы против ледяных суперэффективны, но еще суперэффективны и огненные типы. У меня два в одном. Как вы сами понимаете. Мой Инфернейп может разорвать просто всех. Джим немножко изменился. Мы по традиции перебьем все тренеров, а потом перейдем к самому Джим-лидеру. Как-то он быстро разобрался с моей кадаброй. Ну ничего страшного, она в этом джиме не понадобится. Это я виноват, что не поставил ее на первое место. Еще один тренер. Она сказала «бупс». Я не понял даже. Да, извращенка какая-то. Ладно. Так, я забыл вам рассказать, в чем смысл джима. Но по сравнению с Pokemon Diamond и Pearl, он не очень изменился. В смысле, смысл его не очень изменился. А вот внутри поменялось все кардинально. Начиная от покемонов, заканчивая теми глыбами и куда их ставить.
А смысл джима такой. Нужно разбить вот эти комки снега собственным телом. Тем самым пробив дорогу к лидеру стадиона. Блин, как с тобой? Ах ты, ты меня развела. Так. Мне уже самому интересно, если честно, в новых поколениях игр не проходил этот стадион, так что мне тоже довольно интересно его проходить. Но сейчас мне более интересно как бы... О, наконец. Более интересно побиться с тренерами и получить X-пол. Окей. Значит, нам как-то надо... Ага, понятно. Все просто, это делается вот так вот. Тут со всеми уже сразились. Так, теперь нам нужно сбить вон ту вот ледышечку. Я тоже знаю, как ее сбить.
Да. Убивать ее вот так вот. Отлично. Теперь мы можем пройти в джем, но сначала нам нужно подлечить своих покемонов. Обязательно. Так что увидимся в следующей части. С вами был Brain First. До встречи.